Ваша поддержка нас окрыляла и дала уверенность, что мы можем порадовать вас, порадовать наших близких, порадовать себя, да, моя сладкая? Соскучились. Все очень было тяжело, напряженно, и мы понимали, что у нас сильные соперники, но сплочение и единение команды нам помогло выиграть. Ожидали, что с двумя золотыми вернулись? Нет, конечно. Вообще не было никакого, никакой установки на медали. Хотелось просто показать достойный результат, просто проявить себя. Я вообще счастлива, что Олимпиада наконец-то была и разрешили, чтобы мы на ней участвовали. Спасибо.